Бывший тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон в тяжелом состоянии попал в больницу. У него диагностировали кровоизлияние в мозг, наставнику провели срочную операцию. Фергюсону предстоит пройти курс интенсивной терапии, передает Реутерс, коллеги желают тренеру скорейшего выздоровления. Поддержал сэра Алекса Фергюсона в трудную минуту и наставник «Зенита» Роберто Манчини, будь сильным, написал он на своей странице в социальной сети Твиттер. Уишинг Сэр Фергюсон на спиде Рикавери. Бэстронг Алекс, Агара Сэр Фергюсон, Диримейтер Сипресто, Тьюни Дура Алекс, Роберто Монсини, Собака Роби Мансия, 5 мая 2018 года, автор Евгений мышка 6 мая 2018 года, 11 часов 17 минут.